беспроводные микрофоны, они же радиомикрофоны, обеспечивают для певца, диктора или музыканта-инструменталиста свободу передвижения по сцене. Но сфера применения радиосистем не ограничивается сценой. Их активно используют в лекционных или презентационных залах, караоке, театрах, тренажерных залах и танцевальных классах, где исполнителю, лектору, докладчику или тренеру нужна свобода передвижения и громкий, качественный звук. Беспроводные радиомикрофонные системы бренда ITC бывают одноканальные или двухканальные и предназначены для широкого применения. Двухканальные системы серии T521 состоят из двухканального приемника размером в 1 юнит и двух микрофонов на выбор в зависимости от модели. Ручные радиомикрофоны – идеальный выбор для певцов на сцене, а также для презентаций и других публичных мероприятий, где нужно часто передавать микрофон от одного человека к другому. Петличные микрофоны предназначены для публичных выступлений, журналистики, проведения презентации и так далее. Эти маленькие микрофоны закрепляются на одежде, а тонкий провод соединяет микрофон с передатчиком бодипаком, закрепленным на поясе диктора. Головные микрофоны, подобно петличным микрофонам, подключаются к поясному передатчику и предназначены для всех, кому требуется интенсивно перемещаться по сцене, а также для тех, кому требуется держать микрофон очень близко к рту для повышения громкости голоса. Стандартный цвет ручных микрофонов серый. За другие доступные для заказа цвета, такие как золотой, красный или фиолетовый, необходима доплата по $15 за штуку. Вес ручного микрофона 340 грамм, а бодипака 60 грамм без источников питания. Одноканальные системы серии T530 состоят из одноканального приемника размером 0.5 юнита и микрофона на выбор в зависимости от модели. Для зарядки микрофонов систем серии T521 и T530 применяется универсальное зарядное устройство T521CPM. Оно поставляется отдельно и в комплект не входит. Время зарядки до 50% – 1 час, до 100% – 3 часа. А на этом у меня все. Будьте на связи. Пока.